Зіна, ви артистка ще, ви артистка ще хлеще, ніж Надя. Зіна, ви артистка ще хлеще, ніж Надя. Вискочила на камеру і кричить. Я приніс формочки. Ага. Будемо пекти хліб. Мама, чого ти Зіну не проводиш? Та вона вже в машині. А чого вона спить? Та ну все ж рано. Сам... Як рано? Ну то в 11 їсти. Хай спить. Ну так їсти в 11, так треба бодрствувати. До свидання, Зіна. Ні, ну артистка. Артистка ви, Зіна. Артистка, точно. А що це ти згущенне молоко? Що це? Ну це ж хочу сьогодні щось із згущенкою. Зроблю якісь дрожжеві рогалики чи таке щось. Взагалі надумала. Плав як у Гітлера. Смотри, Надь, давай зараз швидко, поки вона спить, заколотим. Давай. От формочки. Як ти думаєш, одну порцію, дві порції хліба, я вважаю, много. Видиш, вона довго його їсть. Чуєш? Якби... От можна на одну порцію, от таку. Ти оце тут хочеш? Так, да. А чому ні? Сонюка, вона невисока. Ну смотри, там же ми на двойную делали. Ми на одинарную сделаем. А ми там на двойную да, делали? Да, да, да. А ну да, это... двойную ж масло, двойную считали. А тут сделаем на одинарную? Да. Ну посмотрим. По крайней мере, я взял вот эту форму, вот такую. Это я торт когда-то пек, то есть, блин, с окном. Так. И вот такую взял в форме кекса. Ну да. Мне кажется, в этой выпечется быстрее. Так, сейчас я посмотрю, где запись. У мамы сегодня 6,6 сахар с утра. Она сейчас спит, ничего не ела. Привет, заяц. Не домик красивый. Ничего. Так. О, ой, это маску мне дарил, кстати, с Владивостока. Дениска. Цены продаются. Дениса очень хорошие подарки, дорогие для меня. Так. Так, так, так. Да. Все хлеще тебе. Не, ну чуєш, біжить на камеру, біжить на камеру, кричить, не знімай себе, не знімай мене. І біжить прямо на камеру. Так, все. Все. Зараз я знайду навіть рецепт. И будем делать. Доставай яйца 5 штук. Я достала. Доставай сливочное масло. Достала. Венчик доставай, соль доставай. Сейчас. Муку доставай вот эту льняную, перемолотую. Сейчас. И начнем работать. Так, чуешь? И, мабуть, же веса, да, Самвелка? Да, да. Вообще правильно, весы. Давай с утра мене. Прошмандяй с утра. Ты сама рада. Дуже. Ось мандякаться сюди. Прямо дуже, сюда. Дуже прямо. Я така рада, що... що... А чого ні? Да, все, зовсім рада. А чого? О, я що, тобі щось вже понаписували? Я не читаю. Та не бреши. Ну, ой, та... Хочеш. Ну, як хочеш. Ну, кому ти розказуєш? Ну, тобі я розказую те, то, що я не читаю. Ти вір, як хочеш. Я людям вірю, обично. Ото ж і вір. То ж більше не буде. А я тобі вірю, а ти, да. Оказується, брехун. Ні, Надя. Я якраз не брешу. Да, великий. Никогда. Да, совсем никогда. Никогда. 25,50, совсем никогда. Так 5 яичек убью. Саме, 5 бью. Там, ну, 10 было, 5 бью. Ну да, 5. Подожди, мука. Осю. Орехи, осю. Мука, ось все. Так, духовку включать? Да. Так, вот полный рецепт, ребята, если кому-то надо. Если кому-то надо, ребятки, записывайте. Сейчас, секундочку. Так, полный рецепт, ребята, записывайте. Значит, яиц 5 штук, потом желательно домашних яиц, желательно быть не обсгущенным. Яиц 5 штук, вода 125 мл, вот этой воды надо налить.
Потом сливочное масло или кокосовое, растопленное, 85 мг. Масло сливочное или кокосовое. Масло надо брать хотя бы такое обычное, ну хотя бы 82%. Вот. Вот. Масло сливочного 85 грамм растопленного. Сода 1 чайная ложка, винный уксус 1 чайная ложка, это погасить. Соль пол чайной ложки, ну можно очищенные семечки там, или орешки, или миндаль потолкти, кинуть крошку, можно без этого. То есть орехи, жменька, жменька семечек, там, ну, столовую ложку на вот это все. В общем, вот такой рецепт. 160 грамм и 160 грамм льна перемолотого. Вот это и есть весь рецепт хлеба. Так. Сперва взбиваются яйца с водой, вот, добавляется туда сода, уксус, вот это лен, потом добавляется масло, перемешивается еще раз, и все. Чуешь, я сейчас вот это вылью, и мы сейчас в эти коврасочки сделаем масло. Масло, да, масло надо 85 грамм. Миллиграмм. Опа. Тут у нас, наверное, 200, да? Ятинская. Так. Давай, сейчас. 80. Так, смотри, тут у нас сколько? Давай. Тут у нас сколько? Тут у нас 184. А нам надо 85. Ну, должно остаться 95. Вот, отрезай, чтобы осталось тут 95. Сейчас. Потому что на ковшик, на стенки уйдет. А ну-ка. Даже оставляй, чтобы осталось 90. А ну ставь вот эту часть сюда. А ну-ка. Еще чуть-чуть возьми, да. Чуть-чуть возьми. А ну. Угу. Ну так, хорошо, все, да. Хорошо. Да, да, да. Все, я ставлю. Да, 93 осталось. Угу. Это ставь растопить. А сейчас тем временем я быстренько заколочу. Угу. Так, 125 миллилитров, только как это? Это значит литровая банка, пол и пол пол-литровой, да? Кого? Пол пол-литровой воды, кого? А-а-а. Не кого, а что? Кого це? 120. Да. Кого? Где пол-литровая банка? Нема там, там немає. Надо, ось все. Там, воно хай тут. Все. Там. Так. Где это? Банки. Нема пів-літрової. Як нема? Ну, то, що вже всі винесені, ти знаєш. Куди винесені? Або до мене в сумку. Неси. Або не знаю куди. Неси. Як я буду міряти? Де до тебе в сумку? Та щось я піду, принесу. Я піду. Давай я. Ні, я піду. Щас неси, я... неси банку. Щас, а де вінчик, дивися? Та він вже на столі. Що? І це не так. Що це? Бурщик. Господи, помилуй. Так, масло розтаплюється, ребятки. Де вінчик, де що? Так. Зараз я сольки, пол чайної ложки, це хороша соль. Так, пол чайної ложки. Раз. Сюди соль є, правильно? Мы можем подбить пока яйца, они еще лучше разобьются без воды. Не знаю, что так в рецепте мужик делает, взбивает с водой, бред какой-то. Вот так яйца отдельно можно взбить. Потом 125 водички сюда. Вот попробуйте испечь такой хлеб, мне кажется, надо хранить в холодильнике его, но он полезный. По крайней мере, это вы знаете, что вы туда положили. Значит, это вот вода. Сейчас вода. Я лину то, что измерю. Она чистенькая. Она льет, ты скажешь. Ты скажешь. А ты скажешь, что ты? Сколько надо лить? 125. 125 грамм. Це підожди, це ж тут 500, це отак десь. Половина половини, так. Да.
до. Да. Виключай, бо цю нельзя пісню в Ютубі. Це рецепт? Та ні. Ну, спочатку. Юль, 26, Юлечка, 26. Ага. Спасибо, Юль. Спасибо. Що це за шифрацейка? Ні, це мені треба передати солдатці. Газові показники. А, смотрите, как пышно получилось, кстати, лучше, чем когда просто с водой сбиваешь сразу вместе. Смотри, как пышно получилось. Глянь, повар. Я бачу. Дивишься. Так, кипить. Ой, твою мать. Че, Сава, я поеду, ты будешь скучать без меня. Конечно. Конечно, будешь. Буду скучать и плакать. Ага. Так, чайную ложку соды. Разим чайной ложкой уксус. У нас не винный, у нас столовый. В принципе, можно. Угу. Еще. Все. Надо, чтобы сосуда погасилась. Так, это убираю. Я привыкла убирать. Ой-ой-ой. Конечно. Куды там? Куды там? Все. Тоже перемешиваем. Теперь сколько там, я тебе говорил, муки льняной? 160. Да. Давай, взвешивай. Такие, как 160, Сандра, не знаю. Некая такая. Точно. Может, 160. 160 грамм, да. Так, а ну сейчас, подожди. Сейчас давай сважим. Давай, не. Это уже полное. Надя. Ага, давай так. Милая. Так, 160. Давай сыпь. Сейчас. Только сними вот эти пакеты. Да, сниму. Я, чтобы не рассыпать. Не спеши, не спеши. Сыпь, сыпь, сыпь. Че? 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 Все. Все. И то раз 159, так, я пусть было, да. Что сколько не хватало. Но... Все хватает. Все, а ну сейчас... Высыпаем муку. А ну сколько тут? Это останется еще на... А ну. А, больше. Нет. Так, не хватит. Туда положу. Ну, такое жидкое получается. Горишки эти. А ты соль уже добавил? Да, соль добавил. Горишки эти. Высыпай, да, да, их высыпай, да? Ну, дай там высыпать. Ну, дай сюда в руку. Ладно. Дай гляну еще. Высыпай, там же можно, знаешь, у меня еще есть. Твердым будь. Это что же, знаешь, можно и зубы оставить. Он переполнки, видишь? То вот. Переполнка? Ну а что? Угу. Вот. Переполнка. Орехи надо брать такие крупненькие, покрупнее чуть-чуть. А не пыль ореховая. Тоже выкиди. Выкиди. Конечно. Конечно. То пыль ореховая. Духовка работает? Ага. Да. Ну такое, видишь, какое оно получилось. Угу. Еще жиже, чем тот раз, по-моему. Жиже, да. От чего? А я не знаю. Может, оно трохи от льна набухнет сейчас. А, ну это лен, что мы боимся. Оно ж набухнет. Угу. Это лен. Да. Оно, во-первых, лен, во-вторых, он при нагревании, там не надо бояться этой кислоты. И надо вагон съесть. А ничем, ничем не надо это мазать. Оливковым маслом сбрызгивать. Оливковым, сейчас. Ну прежде надо, чтобы ты струйкой вливала масло. Давай. Струйкой. Чуть-чуть, давай. Эй. Переворачивай. Тут нечего так свариться, уже яйца уже не сварятся. И вот оно даже загущает его масло, понимаешь? Ага. Его масло загущает. Как соус обычный делают. Загущают. Так вот и это.
Видишь, как хорошо получилось. О, оно загустело, ребятки. Это большой хлеб на большую порцию, это много. Если семья, так, то тогда... Санка, я можу. Я можу. От ореха, орех. Да. Ага, ага. Сейчас, подожди. А, окей. Угу. Давай. Давай. Ну, еще надо посмотреть, нет орехов, ничего там такого. Оно обычно кверху всплывает, такое что-то легкое. Хорошо бока, хорошо, чтобы потом да, могли высунуть его. До самого верха, потому что оно будет высокое. А что это ты делаешь? Сало, что там? Ну, тут тоже буду жарить яичко. С лук и с луком? Нет. А лук для чего? Ну, то вчора остався, у мене з печінки. Може, тоді у ті... Все, намазала? Повисила да. Тут. Я мазала. Все. Все. Давай. Так, держи. Виливай, виливай. Ага. Переворачуй. Все. Ну, а вышкреби да. Сама, буде удобнее. И в духовку, ребята. Где-то минут 35, 180 градусов примерно. Вот так вот будет полный, подойдет как паска. Будет. Все, вот хорошая, кстати, формочка. Она у тебя хорошо отстоит? Я не знаю, наверное, куда же я знаю. Проверим. Я в ней еще ничего не выпекал. Угу. Я в ней делал бисквит и ставил его как бы, ну, то есть, чтобы форму придать нужно. Все, сколько тут градусов? Чуть меньше. Я на 200 все. Поставила было. Я убрал, значит, убирай, меньше. Да. Все. Будем ждать результат. Даже не бачу, что я пришел. Даже ложись, ложись, пусть. Красивый зайчик. Красивый. Спрыгну, прыгнут. Птушка жирна. Что ты прыгаешь, птушка жирна? Зайчик, что такое? Птушка твоя. Птушка твоя жирна. Надя, Зина не приходила? Приходила? Ну так. Да. Ти закрила двері? Сам закрив. Не почула, що саме. В коридорі світ виключай, лампочок і так мало. Погорять, блядь, у мене. Не купляє щось. Лампочки. Такий закон, такий сім'ї. Да, и я привет. Тут, да, привет, привет. Доброе утро. Ничего, мам. Ничего пока новенького. Ничего нового. Нет. А ты что? Да ничего. Сахаряк.
Я померила сахар, стала, думаю, чтобы не мешать Наде. Она говорит, иди. Мы уже хлеб поставили в духовку. Что? Уже хлеб в духовку поставили. А, уже поставили, угу. Молодцы. Да. Ага. Так, так а жена была, да? Була, да. Она, я пришел, она побігла. А я чула, что вроде вони разговаривали. Вот, думаю, була чи не була на магазине. Побігла прямо навстречу камере. И пишет, Саночек, ты сказал, чтобы я не купила. Так ты же не Татьяне Васильевне купляла. Ты же сюда купляла. Я не понял, что не купляла. Ты же сказал, чтобы я никаких продуктов не купляла. А я купила, каже. А що вона купила? Купила творог мені, сметану і молоко. А, ну так тобі. Ну так. Вон, Зіна теж артистка. Саме. Ну я тобі за що й кажу. Кажеш, ти казав, що п'яничник. А я не поняв. Я думав, за вещі вона каже. Що ти казав, що п'яничник. Я думаю, якщо я казав їй разві, щоб вона нічого не купляла. Думаю. Що-то я не поняв.